расскажите, пожалуйста, вот какими методами вы начинали работать? Ну, изначально я начала, когда я услышала об ИРСАК, конечно, вначале я отказывалась, потому что до ИРСАКа я работала в некоторых компаниях, да, это матричная система, бинар, да, и, естественно, только начинали работать, она закрывалась, в общем, я вообще отказалась. Но когда мне отправили два видео на турецком языке, я посмотрела и сразу влюбилась. И сразу поняла, что, например, турецкая компания у нас никогда в жизни не была, ни в Беларуси, нигде. Я говорю, почему бы нет, почему бы нет? Надо, говорю, срочно в Казахстан надо завести эту компанию. И я уже начала с того момента, как я услышала, сразу приехала в Бишкек, узнала обо всем. Но я в такой компании никогда не работала сама. Просто мне понравилась вот эта вот продукция ихняя, что она лечебная, натуральная продукция без химии. И я приняла себе решение, значит, это мое, надо начинать. Ну, конечно, очень тяжело было, очень тяжело было. Всегда тяжело. Вы знаете, я целый год работала, я сама одна работала, у меня не было ни лидеров, никого. Я сидела вот в углу и за Казахстан все сама делала. И регистрацию. У меня вообще те, которые были подписаны, они вообще не знали, как надо регистрацию делать, как надо говорить, потому что мне некогда было им объяснять это все, да. И смотрите, вообще, когда в Кыргызстане она открылась, у нас очень многих продукций не было. Только вот мы из мыломойки у нас порошок, гель для душа, ваня, вот эти были. А сейчас очень легко сейчас работать в компании. Система уже система, да? Такой системы, как у нас, нету нигде. Вы можете посмотреть в любой компании, можете, например, пойти, узнать, да, но такой системы я не видела. Отдыхать. Хотя я сейчас очень хорошие деньги зарабатываю, я первый старший региональный. Казахстан, не только Казахстана, я старший региональный третий человек по Турции, но, естественно, по СНГ я первый человек, который регионального закрыла, потом старшего. Уже скоро закрываю самого верхнего регионального скоро, поэтому здесь, если вы здесь хотите чего-то достичь, вам надо, конечно, и днем, и ночью работать, без выходных, без проходных, как говорят, да, но... Как в армию, да? Да. Вот поставьте цель. Цель и дисциплина. Цель, дисциплина и вперед. Все. У вас есть мечта, цель, надо достичь. Да. Поэтому те, которые хотят чего-то добиться, да, а добиться здесь очень легко. У меня выходит, у меня сейчас в команде 40 директоров. В команде. Ну, уже скоро еще будут. Один региональный директор.